Всем привет! Сегодня 18 марта, сейчас 14 часов 14 минут. Как вы видите, продолжается жеребьевка, точнее трансляция на сайте UEFA.com. А трансляция жеребьевка была закончена на Лигу чемпионов. Вот можете посмотреть результаты жеребьевки Лиги чемпионов. 1/4. Вольфсбург, Реал Мадрид, Бавария, Бенфика, Барселона, Атлетика и Пари Сен-Жермен, Манчестер Сити. Вот вы видите на экране. Как ожидалось, Реалу достался по традиции легкий противник, а Барсе — Атлетика Мадрид. В испанских СМИ прикалывались над Реалом, типа, блин, конечно же, Реалу достанется или Бенфика, или Вольфсбург. И действительно это произошло. Реал будет играть с Вольфсбургом, вот, а Барса — с Атлетика. Это все вот такие результаты жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов. Вольфсбург, Реал Мадрид, Байер, Бавария, Бенфика, Барселона, Атлетика и Пари Сен-Жермен, Манчестер Сити. Это все, всем спасибо и пока.